Друзья, перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании, друзья. Заходите к нам в гости. Трагическую новость мы узнали в одном из российских телеграм-каналов. Многие фанаты и поклонники до сих пор шокированы этим известием. Все вы, наверное, уже давно заметили, что российский певец Андрей Губин практически пропал с поля зрения. На телевидении он не появляется, в социальных сетях его также не видно. Наши корреспонденты решили разобраться, где же находится всеми любимый российский певец Андрей Губин. Они начали обзванивать знакомых, друзей, но никто ничего толком не мог нам сказать. В итоге, один из близких родственников Андрея Губина все-таки решил нам дать полное интервью. Он рассказал, что уже 2 недели Андрей Губин находится в одной из частных клиник в Санкт-Петербурге. С чем это связано? От чего он лечится, он не пояснил, так как сказал, что пока еще сам не знает. Самое главное, что об этом не сообщали ни одни новости, ни одни сайты о шоу-бизнесе. Это почему-то все скрывают. Друзья, наши корреспонденты следят за развитием событий. Как только что-то узнают, сразу же сообщат вам на нашем YouTube-канале. Поэтому подпишитесь на наш канал, чтобы уже завтра утром услышать нашу версию, которую мы узнали. Будьте с нами, друзья. Следите за нами. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч вам.